Еще раз обращаю внимание на разницу турков и славян. Турки такие подрывные, короче, челы. Если что-то надо тебе, они прям все навалятся, будут тебе помогать. Тем более, если ты деньги готов платить. Вот я хочу масло в коробке поменять. Здесь как-то такое ощущение, вот прораб, например, сейчас отказал. Типа, лишь бы, ну, не связываться, как бы, со мной. В какой-то степени мудро. Пишешься, а потом сам же и будешь отвечать. Не так понял, язык, он английского не знает, я сербского не знаю, и понеслась. Турки в этом плане более смелые, типа, давай, заезжай там, мы что сможем, то сможем.